Они играли слишком долго, пришло время проверить себя в реальности. Адские испытания и обучение от лучших киберспортсменов. В финал выйдут самые стойкие. Впервые в истории реалити-шоу от CityLink и Intel по мотивам PlayerUnknown's Battlegrounds. Смотри на канале Игромании, ссылка в описании. Итак, начнем с самого начала. Что такое есть RDR 2? RDR 2 в первую очередь это 90% нелепых смертей. Стой, лошадка, не все потеряно, смотри. Вижу уступ. Мы здесь можем спуститься. Я сейчас туда грамотно запрыгну. Изи. А дальше дело техники. Это не та техника! Мостик. Какой красивый водопад. Охеренное место. Надо будет сюда вернуться как-нибудь. Ха, я себе метку поставил, короче. Бля! Сука! Стой, поезд! Мост! Перила! Балка! Живи! Бля, на самый верх этой... О-о-о! Ауч! Прости, конь! А, вкусный кофе и панорама здесь живописная. Эй, дорогуша, а ты чё это так близко к краю встал? Не боишься растрепать свои шикарные волосы? Поверь мне, в этой игре скатиться не так уж и сложно. Бля! Ебись оно конём! Чью шляпу выбрать? Кажется, я определился. Лошадка. Пойди-ка сюда. Поймал! Газуй! Газуй! Но! Ничего личного, мужик. Ты никому нахер не сдался. Все это ради шляпы. Ох ты моя прелесть. Пацаны, вы чё? Хорош! Мне она нужнее. Не подходи. Теперь это моя шляпа, суки! Иду! Где? Там волки, что ли? Все, волчары, сегодня выйти на луну Нюша будет без вас. Держись! Я спускаюсь. Блин, как бы тут снежным комом не спуститься. Чё? Здесь булыжник Wi-Fi сбивает. Чёрт, не успел. Иди нахуй. Серьезно, не мог еще 10 секунд продержаться. О, здесь снег нетронутый. У меня всегда какие-то проблемы с яичками. Вот, я даже проиллюстрировал, куда тебе пойти надо. Так даже прохожие поймут, что ты был послан нахуй. Долг, верни, чертила! Сука, я тебе говорил, что я тебя догоню и прибью, а? Осторожно, поезд! Бляха! Чё? Чё? Отличные узлы, Артур! Привет! А чё это тут? Как дела, холоп? О! Свободная шляпа. Куда эта тварь опять убежала? Уебу, сука. А, вон она. Шляндра, держись рядом. Ты мне сейчас понадобишься. Чё? Что это? А, капец, блин, напугал. Я чуть коричневый нежданчик не пустил. Эй, народ! Тут чей-то раб из подвала подышать выглянул. Не, походу он тут застрял. Стой так, не дергайся, понял? Я сейчас попытаюсь аккуратно и филигранно тебя отсюда вытащить.
Не дергайся! Я контролирую ситуацию. Что ты делаешь? Ты что, доски долбишь? Жену вспомнил, что ли? Но! Быстрее, Икар! Неси меня как ветер, Икар! Скачи так быстро, чтобы у меня жопа отбилась! Давай! Ха-ха-ха-ха! Какой же ты у меня молодец! На самом деле он пиздец какой ленивый. О! А что это? А что здесь происходит? Дуэль, что ли? Кто еще хочет? А кто? А можно я? Я хочу. Давай. Из-за того, что в этой игре за каждый дебош нужно платить штраф, у меня много злости накопилось внутри, понимаешь? Так что мне не помешало бы на ком-нибудь ее выплеснуть. Поехали. Сдохни, сука! Сдохни, блядь! Пидор! Пидор, сука! Я, походу, кого-то сзади задел. Пиздюк, какого хера ты встал сюда? Тут же дуэль идет, дебилина! Мне из-за него еще 3 дня по полям бы обживать, мать твою! Тут, кстати, на углу какая-то фотостудия есть. Надо будет и сюда как-нибудь заглянуть тоже. Блин, а может сейчас зайти, раз уж я рядом? О, сука, в поворот не... Что? Что? Что за пи... Блядь! Что это было? Еще и весь костюм обосрал. Пошли фоткаться. Стоп, чё-то как-то я давно не сохранялся, пацаны. Я начинаю забывать, во что я играю. Всё. Ты, блядь, шутишь нахуй. Это самое ювелирное мое сохранение. Ты погляди. Одинокая карета. Good morning, good morning. Меня с утра чуть тянет на пошалить. Уж больно хочется кого-то по земле протаскать. Твою мать! Сука, лошадь! Мать твою, ты сука или лошадь? Извините. Шалость не удалась. Во! Пру, дедуля. Охуел, что ли? Слишком хорошо себя на пенсии чувствуешь. Эй, стой. Ну, раз тебе и там хорошо. Видимо, я его как-то не так веревкой зацепил. Чё смотришь, сука? Я лассо до этой игры только в фотошопе использовал. Здесь кто-то есть. Чё орёшь? Эй, пожалуйста, вы должны мне помочь. Ради бога, чем? Кто-то вломился в наш дом, я ушел, но не схватили мою жену, пожалуйста. Успокойся, черный брат, я все улажу. Эй, отпустите ее! Блять, пень! Я иду, держись! Руки убрали с нее! Это лошадь! Сука, да что ж такое? Все нормально. Это никто не видел. Все. Заходим. Руки убрали, свиньи. Расплюнуть. Мэм, вы свободны. Вы в порядке? А, точно, веревки разрезать. Извините, я просто хотел для начала речь какую-то геройскую задвинуть, ну, чтобы произвести впечатление первое и все такое. Куда ты ее кладешь? Здесь же огонь, долбоеб! Или ты, блядь, решил ее отжарить буквально? Что, какого хуя? Это, блядь, самый конченый герой. Загорелся, блядь, сам. Дом горит. Tell your boys to put you back to work. Get money, you got it. Get money, get money, you got it. Get money.
Привет, пиплы! Мы подошли к заключению этого видео, если можно так сказать. Мы продолжаем расти, нас уже 7 миллионов, и я хуй знает, что с этим делать. Это, видимо, не остановить. Мне тут, кстати, кнопку за 1 миллион еще не подвезли, и будет комично, если до десятки она так и не появится. RDR 2. Давайте вернемся к нему. Как вы заметили, мне было мало одной недели для этой игры. Это связано с тем, что это игра от Rockstar, а в играх от Rockstar люди на месяцы пропадают. Но я думаю, что пропущенная неделя пошла ролику на пользу, он получился сочнее. Я мог его сделать и в прошлую пятницу, но на тот момент у меня было слишком мало материала, и у меня вышла бы хуйня, разбавленная водой. Но это не путь джедая, поэтому мы сейчас имеем сочную хуйню. Спасибо за терпение. Если хотите узнать мое мнение об игре, то посмотрите какой-нибудь обзор. Все плюс-минус говорят одно и то же, и я с ними солидарен. Но если в двух словах, игра меня поразила своим дотошным отношением к деталям. Это, ну, достойно похвалы. Ну и открытым миром, который хочется изучать вдоль и поперек. Аплодирую стоя. Вы же верите мне, что я встал, да? А, ну ладно, сидя аплодирую. Я слишком ленивый для этого дерьма. И черт побери, я хочу эту игру на ПК. Я хочу нормально ставить хедшоты и играть в 60 FPS Full HD, а не в 30 на прошке с динамическим разрешением. На этом все, здесь был грёбаный Мармок и Red Dead Redemption 2. Пока! Здесь кто-то есть? Где? Здесь, что ли? А? Какого хера? Ёб твою мать. Что это за дичь? Это редактор РЕН-ТВ, что ли? I got it.